Эй, всем привет, меня зовут Костян, добро пожаловать на канал. Такое вот у меня гениальное приветствие. От моего приветствия просто все в ступор встают. Бля, это Костян, что делать? Бля, это Костян. Да, это я. Зажим и... Зажим заранее. Давай, братан, блять, один выстрел, пух, и все. Так, ну что, мне выпал какой-то... Хитрый ящик. Вот, хитрый ящик. Ну-ка, что в них может вообще находиться? Вот такое фуфло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хитрый ящик, хитрый ящик, хитрый ящик. Ладно, все, режим киберспорт. Ну, здесь окупаемости уже 100% никакой не будет, потому что, ну, это все копейки стоит. Давай, сделай это, просто запустись. Ебать, где я нахожусь, вот это классно, слушай. Ни хрена себе, вот это поворот. Че, никто не хочет упасть туда? Ебаный ты рот, сука, шлюха пришла. Вот так вот, не ведитесь со шлюхами, они вас вниз скинут. Да, это я. Эй, всем привет, меня зовут Костян, добро пожаловать на канал. Сейчас я тебя за жопу схвачу. Прыгает как эта телопа. Отчет о мастерстве готов. Эй, всем привет, меня зовут Костян, добро пожаловать на канал. Такое вот у меня гениальное приветствие. От моего приветствия просто все в ступор встают. Бля, это Костян, что делать? Бля, это Костян. Да, это я. У-ху. Эх, она моей мышки. Че, есть спонсоры, которые мне, там, не знаю, Logitech, HyperX, кто-нибудь мышку пришлет на обзор? Так, чтобы после обзора она у меня осталась. Это вообще капец, от ножки менять. Я не знаю, где их взять. Я хотел от консервной банки туда приклеить, но не знаю, будет ли это работать должным образом. Я у тебя на хвосте, придурок! А ты, парень, не промах, я смотрю. Хо-хо-хо! Не переживай. Да, надо дуо, наверное, сыграть еще. Для разнообразия хоть, блядь, с людьми пообщаться. Так, вот это вот кроссовки, кроссовки. Покажи кроссовки, кроссовки. Как у меня? Ну все. О, петушок! Куда, куда? Стой, стой, стой. Подожди, они петушков добавили, прикинь. Ну ты уже давно играешь, я смотрю, по скинам, да? Я давно играл, вот. Закатил игру, вот сейчас играю. Я чуть разучился. Да я тоже так играю, знаешь, ну, не как про. Ко мне, у меня стреляют. Это твой аккаунт, да? Это ты все сам прокачивал? Все скины вот эти. Просто игнор ебучий. Я брутальный мужик, ебать. Блядь. Колоссально, да, блядь? Чтоб с баги нас выкуривали, нахуй. Блядь, чё за хуйня? А чем мы с тобой занимаемся, Пашка, блядь? Блядь, ладно, окей, давай. Класс. Как жестко-то. Нормально? Я, знаешь, не люблю тянуть вот это вот все. Не люблю тянуть. Гарри-гарри, ясно, чтобы не погасло, блять, мать его. Сейчас мы с тобой Шурик устроим то, да? Шурик! Шурик, ты в деле? Давай, начинаем, Шурик. Что ж, мы смотрим за Шуриком, и Шурик показывает нам невероятную игру, держа в руке М16А4. Два мощных игрока сейчас его прессуют. Но Шурик не сдается. Пытается найти их в магазине. Либо, может, просто хочет оттуда что-то взять, перекусить. И, к сожалению, не замечает реакция, блять. По пизде пошла, испугался, что-то сердцебиение пошло. И сейчас попробует Шурик... АЦЦ сделать что-то невероятное. Зажим и... Зажим заранее. Давай, братан, блядь, один выстрел, пух, и все, блядь. Нихуя себе, я думал, он зажмет, нахуй. Бля, ну всякое бывает, киберспорт, йо. Ты что, конечно. Парень, ты тут? Ну давай с тобой еще одну. Чего дать тебе? Я снайпер.
Кого снайперку дать тебе? Не поймаю, чего дать тебе? Что дать? Тебе что-то дать надо? Ты какая снайперка? А, снайперку, блядь. Я не слышу, блядь. Ты что делаешь? Ты что? Блядь, ты нормально все, не? На, забирай. Ты не трогай меня, забирай снайперку. Боюсь тебя. Патроны дай хоть, а? Блядь, нихуя себе малой наглый, блядь. Патроны на что тебе? На снайперку. Ты чё так, блядь, орёшь? Я испугался. А чё, на этой карте можно на своих убивать? Чё, подожди, я сейчас. Я лоска. Ладно, давай, малой. Я пошёл по делам.